Зимника. Автодорога на Ринмар-Усинск закрыта до 8 часов утра 19 февраля для всех видов транспорта. Видимость на дороге практически нулевая. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу. Ну а теперь приятные новости. В Ринмар с первенства России вернулись лыжники. Среди них есть чемпион. Ученик 9 класса искательской школы Александр Терентьев в лыжной гонке опередил более 200 человек и завоевал золото. Успех юного дарования отметил и губернатор округа Игорь Кошин. Готовился юный спортсмен долго и упорно. Все лето, осень и зиму проходили тяжелые тренировки, признается лыжник. Кстати, это не первые выездные соревнования Александра, но награда такого уровня для него первая. Успех спортсмену принес заключительный день первенства. 15 февраля Александр Терентьев завоевал золото в гонке классическим стилем. Дистанция была 5 километров, трасса была тяжеленькая, подъемы, спуски, равнины было очень мало. К победе Александра вел его тренер Андрей Речков. Подсказывал, советовал, напутствовал. Великолепный результат. В истории округа это у нас впервые. И надеемся, это не последняя победа. Будем стремиться. У нас сезон продолжается. Мы работаем и ждем новых побед. Глава региона Игорь Кошин отметил, что это большая победа не только для Александра, но и для всего округа, и пожелал спортсмену дальнейших побед на российских и международных трассах. И, конечно, выразил благодарность родителям чемпиона. Слава благодарность за воспитание и подготовку замечательного парня. Сегодня Александр уже кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. В будущем юноша мечтает попасть в сборную России. Кстати, юный спортсмен привез с первенства не только золото, но и бронзу. Всего наш округ представляли 9 спортсменов. В общем зачете наша лыжная команда заняла 15 место среди 52 регионов. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».